А эту штуку нельзя в Доваран принести? Пишет. Я в сову. Домашних хлопцев. Слабые. Слобику за что, у него есть сопрос? Я пострелил, он выпил перед боссом. Так у меня он до сих пор есть, я больше скажу. Лёша, пусти моего байера, Миш. Это лагерь легко проверить, сейчас я посмотрю, сколько у меня там висит. Ты его сейчас. Время глянь. Я в сове или в танке? Ты в танке. Блин, у меня точно не показывает, только 2 часа. Ну, типа там около... Там около 60% осталось, а 2 часов это как раз Соргнун пришел. Ну, типа у меня 22 минуты в осадна уже. Примерно столько должно оставаться перед пулом, если выпивал. Типа глянь, он углет и у него. Иконка одинаковая. Так. Вага, заходи. Вага, да я сама его проверила. Адмирал был на Каратресе. Так, дальше. Кому босс не нужен? Мне. Кирс хила, Полина на замену. Да за шо? Все, больше никому. А Кардвина можно бы, да? Еще кому босс не... Мне. Хирс Горону. Давайте раздавайки Аршама оденем. Все? Кардвейна надо сумонить? Сейчас я... Хулипал, сейчас сказки раздаешь, вагу.
Котик-то, видимо, да. Нажмите портал, пизду. Полин, которая? Держи для уверенности. Лага, убери каски с аддона. Я не могу каски выставить на аддон. Без аддона играл половину. Без хилбота хилю на ДЦ. Без щита танчева. Короче, монород кису на трэша. Мородят на боссе. Пятая группа хил. На кислого напуливает. Два ханта с первой группы. На монорота. Два ханта второй группы. Трэш. Мой байер, который Кинардон, он здесь никогда не был, но он большой жирный танк. Он может на подхвате, если что. Ну, пускай будет. Большой жирный танк. Если что, это... Ну, дрин, сколько у него хп. Почти как у кислого. Пускай трэш тоже танчит под боссом. Тихо, сегодня брали. Рыбу поставь. А в какой он потянет? Я боюсь, трэш будет на нем. Кисло, если что, по команде. Даже боюсь спросить, а что он покупает? Кольцо. Зачем? Хотелось и тринку, но тринка пока не продается. Ладно, чего не хватит. А вы на ком? Гидрос. Твой любимый босс, адмирал. А там тебе не надо? Мне, Разве если правильно. Только на поле. Заткнулись! Ванга поищет еды. Гуляй. Кирс. Серёжа, Рога умер. Я байера моего попрошу дать байер. Тебе скажут минус 5000. Не, он сам хотел участвовать. Серёжа. Стоп, дам. Не напуливайте на меня, трэш. Греча хватит танчить.
Лучше напиши ему, чтоб в стороне стоял, он только мешает. Ещё пережжём. Стоп, дома. Рыж, залейте. И что-то подвес, аккуратнее. Он уже переложен. И свободных дайте хапалу и нот. Мне тоже можно. Свой, там сейчас сколько процентов? 42. Это не босса. А, 50%. Все, Крис. Забери, пожалуйста. Вот этого зеленого. Наверхи у меня. У меня все. А мы игры в трэш сыграли. Заберите трэш. Делога, стоп. Что случилось? Ты сейчас сорвешь. Бля, я вижу вокруг. Сейчас трэш слейте, на следующем я привожу. Близко. А кто на луч? Ровно на 800 манны.
Фарада тут? Да. Сейчас. Насчет скады. Смотри, а в конфиге подача данных это что такое? А что там? Галочка или что вообще? Нет, там есть... такая страница. Как бы стрелочку нажимаешь, а там варианты выбора. Это где, в настройках скада или? Да, в конфиге, где галочки хранить только бы с боссами, там внизу подача данных под форматом чисел. Скинь скрин Discord. Че, убили босс? Я просто потыкаю, может, ничего не сфоткаю. На ваше дело. Закиньте меня в этот. Там Фрейзи просит его закинуть тоже, у него последний кусок Т5. Вот эти люди с двумя посмотрите. Одинаковыми. Да, типа выше. Либо Фрейзик, либо в Редвар. Да, да, кто выше, посмотрите. Редвар. Не судьба, Фрейзик. Так у Фрейзика нет 4 кусков. У него 3. Какая разница? Да, у него 3. Варвар есть? Ничего есть. Ладно, я понял. Есть тут люди, которые играют в сталкера? Или играли? Неплохой вопрос, а что? Ну, какие моды самые интересные на сталкера? Тяжелый вопрос, да? Да. Не знаю. Я ничего уступать не буду. Вы и так забирали эти шапки. Я эту шапку даже не трогал. Интересно, парни, гимповелись уже. Т5 я вообще вас не забирал. Мне нужно отойти на 10 минут. Кто там по сталкеру спрашивал? Я вот. Я говорю, интересно в плане геймплея или сюжетки? Ну, сюжетки, конечно. Ну, из таких самых нормальных, это, я знаю, пространственная аномалия. Вот я ее играл, ходил, но там, по-моему, что-то незавершенное было. Там какие-то дополнения были на нее. Сейчас вспомню, еще скажу. Игра душ, Эксельсиор еще есть, но он такой коротенький, часов на 6 на стеке плея. Смотрел какой-то топ там у Камина. Тайные тропы, если не играл вторую часть, то играй. Правда, он долгий пиздец, там часов на 100 геймплея, если не больше. Да, это прям большой-большой-большой мод, как народная солянка в свое время. Чё-то я изрядно подавай, но... периодически. Заберите лобак. Если лагаешь, можешь мне ак дать, я потанчу заодно, посмотрю до карты 5. Тебе так хочется?
Не, ну Сайт, ты что, боишься, я тебя хилю? Чисто ты меняешь там сам на свое усмотрение, но оставить сюда надо. Я потом не боюсь. Он бы я не сфакал. Но мне Лёха надо, голова нужна. Да и Вайс, наверное, неинтересно. Да. Там кисло мощный. Но мне как бы на мы надо. Кисло на успех, да? Ступлю Рыдмару. Потому что ниже ПП. Радвара, у тебя сколько пусков? 5? Скажи много. Скажу 10. Зачем тебе один успех? Полину в рейд или бунт? Жмем саммон. Покурить можно? Полину в бунт или рейд? И не хочу хилить. Бунт в рейд или бунт? Бунт в рейд? Это хорошо. А кисы вообще тут, нет? Нет, метки сами по себе появляются. Ты кого в рейд-то возьмешь, чтобы мне просто когда принимать, не принимать? Меня уж суманули. Чё, сил ушел? Там 4 сила и 5 сил есть. Полину в рейд или бунт? Рекордно мейн ршам или бунт? Раздавака мейн ршам. Я уже не знаю, какой у меня мейн, честно. Почему у нас адмирал на двух персах? Потому что это на бресте адмирал наш, а на маге не наш. Это Байер. А. Баба, Мозер тут? Мозер сказал, если он нужен, ему свистнуть он ниже каналом. Сик. Позвать? Биг Бабл тоже снижка. Сейчас четвертого дезертира получит. Ну, кислый, тут всех этих трех хантов нельзя оставлять, потому что рыда тут много чего значит, а они тактику не знают. Четырех. Я Милыч пишет, ушел из гвардов, поссорился с гаджетом. Типа ситуация, как один в один с пианистом. Я его предупреждал, что лучше не будет. Ты не предупреждал, что будет хуже. Ну, я ему сказал, что типа он уйдет, лучше нигде не будет. Типа, хуже у вас вполне возможно, но типа. Если он думает, что все гильдии ГМ и лучше, чем у нас, то немножко наивно. Чё, пианиста здесь нет? М? Пианист здесь? Нет. Пианист. Но не в рейде. Что? Он типа здесь, но не в рейде. Я на замене посижу. Карин, РДД там очень многое значит. Да, отлично, Мозер с Биг Бабом ждут. Да вон мы. Они ждут, когда ты зайдешь.
Кисло решит там. Я пока тут отписываюсь. Некоторые нюансы. Ты тут Редвард. Чё ты сдохший там? В Зангартопе? Значит, вот мне еще сейчас не хватало хилов хилить. Ну я же не хилю, я щитую. Щитуй себя. Лучше, значит, я щитую себя. Я старательно щитую. Труп Редвара присуманили, да? Я думаю, надо давать. Сманить. Еще раз поставьте шифонер. Тут-то АФК, да? Кого там у вас нет? Мазер Биг Бро. Сейчас. Давно за разбивку с бабом не достучались. Если за 3 минуты не будет, можешь снимать епашку, все. Точнее, им не начислять вообще. Кому? Мозеру и бабу. Те, кто в 7-8 группе, я просто посмотрел. По прошлому боссу, те, кто надамажил меньше танков, я их убрал. Биг Бабл попросил 3 минуты ему дать. Ну, 3 минуты вот жду. Если не будет 4 минут, ЕП-шку тогда все снимал. А можно туда поставить до
перекур? 3 минуты. Ну, поставить можно? Поставь. Очень долго рейд идет. Давай рейде за 1,5 часа полностью инст закрыли. Ты последний позицию по ДПС поменять. Больше быстрее. И еще больше новичков. Я вас обрадую, я больше не буду набирать. Какой пятый, блядь, господи, в чём ко мне приебались? Это перчатки мне надо менять, понимаете? Это, блядь, у меня там стоит оффхенд. Успокойся ты, блин, ругайся в ПМ. Я уже 10-й человек пишет. Ну, бывает. Решай честно, не знаю. Знаешь, как я поступаю, когда мне пишут, уступи что-то? Я просто... Ну, зло забираешь, помню. Да. Вообще не уступаешь. А вы на вышли это где? Да. Да. Бля, у меня скрой... А, есть. Тут обратно надо, да? Да если в ложах стоять не будешь. Здесь может, тебе надо будет по летающим этим птицам играть на последней фазе. Дайте мясо. Кислый, можно мясо? Так, где я стою? Сейчас. Так, по мелькам. Бага, трусы. Буча, Буна, Войт, Квадрат, Редвар, Крест. Греча, череп. РДД. Бабл, трусы. Мозер, луна. Собик, квадрат. Артемия, крест. Простя, череп. Тоже прервался. Будет квадрат, да? Будет квадрат. После этого не было ничего, что ли? Да, не расслышал просто. Так, прости череп. Неликс, крест. Анкил.
квадрат. Кажем Дорос бегают. Аддемирау. Воне, напишите мне, пускай вызовут. Сейчас напишу. Раздавака. Трусы. Ход крест. Кого не назвал? Так, Пахиван. Кирс, трусы. Элбрю, крест. Дейдре. Луна. Мачеову, череп. Пипал, квадрат. А, не, вру. Пипал, череп, мачеову, квадрат. Кого не назвал? Всех назвал, блядь. На понимание. А что тут делать надо? Мозги жрёт. Секунду, пишу на Наруто. Так, товарищи шамана, Герус Пула не даем. Скорее всего, дадим или в конце второй фазы, или начале. Геру дает только Херус Горн. Ну вот, неважно. Все готовы. Че, блядь? Да, блядь, на том. Отвести? Горн, ДК, Горн. Я не услышал. Что ты не услышал? По-моему, где-то возле креста. Или череп, или квадрат. Смотри, если в кресте ханта нет, то ты там. Лидер, где микрофон? Как она активно считывает, да? Нет, меня Макс спрашивает, что ему делать, я ему на скорую руку объясняю. Все нормально, еще хилить нечего. Ну, хитро. Мак, который покупатель или который анкил? Надеюсь, не Фарада? Нет, покупатель, все хорошо. Фарада. Это кто там пизданул? Это я рофлю. Стоп фут. По точкам разошлись. Артемий сейчас сориентирует. А лут-то не поставили, да? Пианист, лут убери. В ромб кидайте, ёбуйте в ромб. Ханту, Артемия, я рядом. Высокий квадрат.
Тусы. Тусы. Вага, я иду. Высокий квадрат. Зеленый круг, зеленый круг. Гвардеец, забери. Казум, стой там, я тебе кину. Зеленый квест. Нужно подождать. Паста. Что там, звезд? Большой в луне, высокий. Звездочки дай. Сейчас откроется. Вот. Давай еще активировать. Веру. Добейте маму. РДД по спарскатов, парни. Ужас не стоит. Народ чуть-чуть ближе к лестнице. Угу. Вага, если есть сальву по себе, дай. Ну и случай, поменяй. Ну стойте, он на пути мили.
Там вот. Кильт. Процентов вот. Ого. Даю. Сука. Вагоны. Гречка, блин. Так, шапку нам. Короче, даю инфу. Вот воронка вышкать. Даю инфу по ГП. Паладину можно ГПшку, эрдушке ГПшку дать. За то, что там в крайнях они стояли с меткой? Да. Паладин, подожди, да слушай, я тебе говорю, он паладин наперед лужу разлил, а бревно, получается, убило нас всех. Вот у меня урон, прилетевший за одну секунду, отметки два раза и три от лужи, это за один тик. Ваншот. Кот выбежал на Клаву, что в таком случае? Нажал спящий режим. Это ГП коту. ГП коту хорош. Ребят, Моза вспомнилась про котика. Чистки, значит, она уже закрывала это. Я не помню, чтобы она так топила здесь. Может, правда, да, там хуйня какая-то. Ну, типа, человек не первый раз. А зачем приходил? Голова на мага. Голову мне в инвентарь, Настеньке. Мы еще идем куда-нибудь? Нет. Что тебя плохо слышно? Жду лама. Я говорю, хватит на сегодня. Правильно. А может нам было первый класс? Хан, стоп, вот. Хан Слобик, минора апгрейда нет. Успеха у тебя нет. А за ГП забираешь в спаги? Плюс. Да? Да. Чешу реально нахуй не тебе нужны. Бесполезно. Разве? Так, Дейдер, да? Шапка. Мне на мага голову, на мага. Кто продает? Я продаю! ДЦ, пятая пати. Ты у него в муте, если что. Класс. Я обиделась. Я думаю, мне тоже надо. Так, я, по-моему, не отторгну. Вага здесь. Сейчас напишу ник в корде ПМ. Возьми человека в юльде, а то клиент крашнул. Подру 200. Как итого не... считаем боссу, сколько ЕП? Не мос, а пианист. Дайте портал, ребят. Маги. Кто это он? Так, 5 по 300, 2000, да? Не, ну вы видели, как адмирал эпично сдох? Я видел, я рядом. Это еще пиздец. Ну что там было? Ну этот, шланг вылазит, он в него начинает херачить.
Хоть бы глубину нажал, блядь. Понятно.